Впечатления очень приятные, позитивные. Чувствуется изнутри, что человек очень много понимает и без слов. В целом поговорили. Я не знаю, мне сложно что-то подобрать. Это внутреннее ощущение, мне комфортно, мне спокойно. Мы поговорили о текущих проблемах, как со здоровьем, так и в других областях жизни. Ну, скажите, тебе стало что-то яснее именно по поводу своего здоровья? Да. Мне еще раз подтвердили, что основная проблема это все-таки у меня в голове и то эмоциональное и ментальное напряжение, которое есть уже достаточно длительный период. То есть те техники и знания, в которых я в последнее время изучаю, обучаюсь и работаю, они, естественно, есть прогресс, но тех результатов, которые я бы хотел получить, они еще пока не настали. Ту информацию, которую я услышал от Сохана, она вселяет и оптимизм, и доверие, и ну, это чисто на таком же интуитивном уровне. И основное то, что мне интересно, что мы сможем посмотреть направление. То есть не решение проблемы, а направление, в которых я могу двигаться. Ты получил какие-то конкретные рекомендации, что тебе делать? Есть рекомендации на ближайшие неделю, на ближайшие 2 месяца. Они касаются части питания, части, ну, то есть там кое-какие простые, но, как я понял, действенные, да, физические процедуры. Вот ожидаем гороскоп и, конечно, сеанс акупунктуры, потому что у меня был опыт получения сеанса акупунктуры, это последний раз было 2 года назад, вообще первый раз около 20 лет назад, то есть я знаю какие-то ощущения, какие были изменения, и, наверное, мне и моему и телу, и особенно мозгу это сейчас надо. Очень впечатлило то, что человек не спросит практически вначале еще ни одного слова, но просто сразу сказал, что, да, тело зажато, органы зажаты, они несчастны, ну, условно, несчастливы, потому что это просто внутреннее напряжение, эмоционально-ментальное, которое, естественно, отражается на теле, хотя чисто внешне это может не специалисту быть, незаметный. Хорошо, я тогда добавлю, Денис, я рада, что у тебя такой душевный отклик. Ты человек логик и склонен, скажем так, когда-то подавлять свои эмоции. Для меня очень важно то, что ты говоришь, потому что ты много сейчас работаешь с собой для своего физического здоровья. Вот. И я тебя благодарю, что ты доверился, что ты пришел. И я рада видеть такие твои глаза. Спасибо, да, встречный комплимент. Я еще не был уверен, пойду, не пойду, приду, не приду. Ну да, мы с тобой. Да, ты мне, донесла, да, то, что. Ну, мне показалось, мне что тебе, да, что тебе это как-то будет полезно. Спасибо. Да, тебе спасибо.